Итак, мы приехали в Тринидад. Нас встретили прямо на станции. Это наша терраса. Наша комната. Даже холодильник есть. И ванная. Наш завтрак здесь. Также яйки, ветчина, сыр, фрукты. Из нового это персики. Также сок гуавы, тут печеньки, хлеб. Более-менее стандартно, в общем. Где он там? А, вот. Да, стоит 5 куков. Мы собрались на экскурсию на лошадях. Тоже там к какому-то водопадику, все такое. Мы пока идем к месту назначения. С нами еще голландские ребята. Так, мою лошадку зовут Гобелан. Надеюсь, мы с ним сработаемся. Очень надеюсь, что он знает, куда идти. Мы с моей коняшкой идем самый первый. Наша группа. If you want to help my slave. I want to help you, amigo. No slave. Yeah, yeah. My friend. Just here. Так добывается сок из сахарного тростника. Сочный, оказывается. Очень сочный. Уже, мне кажется, раз пятый пропускаем. И вот из этого сока... чуть не упала. Гуарарон. Можно его так пить, как делают все остальные, а можно с ромом, как делаю я. Очень сладенький. Но ром разбавляет. Наша следующая остановка с кофе. Так как очень жарко, мы попросили со льдом. И еще тут дарит сигарку. Уже один сувенир готов. Далее мы идем по такому пути, уже без гида, сами. Там вот должен быть водопад, место для купания. Очень-очень жарко. Не терпится окунуться в прохладную водичку. Здесь, я так понимаю, должен был быть водопад. Подобие его есть. Ну и купаются все тут. Как хорошо. О боже мой, как это прекрасно. Это прекрасно. Кстати, с водопадика водичка теплая. Mm-hmm.
там рыбки такие. Всегда хочет быть первым. Кстати, холодильник полон воды, есть винчик, пивас. Вот, как раз буконайра, который я никак не могла нигде попробовать. И все это здесь, ценники, все тут написано, экскурсию мы тоже тут заказывали, 20 песо за человека. Вот, все тут расписано. Мы на главной площади, это церковь. Говорят, вечером здесь проходят тусовки, сегодня узнаем. Кокетливая леди. О, какие милые лавочки. Прямо около пласы есть кафе Малибран. Вроде по отзывам был ничего. Вот. Но на самом деле мы тут взяли только сэндвичи. У меня был сэндвич с курицей. Мне он не очень понравился, честно говоря. Там у курицы такая, самые худшие кусочки были. Вот. И 10% уже включено в счет. Как бы ты ни хотел взять чивы, тебе приходится это делать. Это прям моделька. Это конвенто Сан-Франциско де Асис. Там есть обзорная площадка. И вот мы хотим посмотреть, что почем и как. Будем обозревать Тринидад сверху. Вот тут очень красиво. Стоит один кук, закрывается без 15:06. У нас мало времени. Но тут очень красиво. Красота. На закате. Я просто влюблена в этот вид. Такие красивые горы, зеленые-зеленые. Машина, используемая революционерами и военными силами. В борьбе против контрабандистов. Потому что здесь это еще и музей контрабанды. Пиратская лодка. Это храм Святой Анны. Он вообще полностью разрушен. Площадь Святой Анны. Блин, солнце бомба, но я даже не знаю, как правильно описать его цвет. Красно-оранжевое, но оно шикарно. Вот она, наша касса, недалеко от терминала. Здесь вечером нереально красиво, облака как будто горы. Огромная луна, но это облако, оно прекрасно. Наш ужин. Я заказала свинину, а у Нины лобстер. На бас-туре
Мы едем на пляж. Мы решили остаться в Тринидаде еще на одну ночь, хотя у нас были куплены билеты на, опять же, Виасу до Сьенфуэго и на завтра Сьенфуэго до Варадеро. И вроде как Сьенфуэго сделать особо нечего, а Тринидад довольно-таки клевый городочек. Вот. С утра пошли на станцию, спросили, можно ли купить билет на завтра до Сьенфуэго, и потом на этом же автобусе продолжить свой путь в Варадеро. Вроде как мужик сказал, что да, но по итогу, когда мы пришли, оказалось, что мест нет на именно этот автобус до Сьенфуэго. Так что не знаю, завтра еще с утра посмотрим, нас внесли в лист ожидания, получится у нас взять эти билеты или нет. Так же, как возможность на такси телефону за 30 куб прямо от кассы, доехать до Варадеро. Так что посмотрим. И, как я уже сказала, мы едем на Карибское побережье, пляж Канкун, на туристическом базе. Вот оно, Карибское морешко. И пляж Канкун. Любимое мое. Мы заняли лежаки. Цена 2 кука за один лежак. Для постояльцев бесплатно. И все, купашки. Пусть и очень медленно, водичка шикарная. Мы взяли перекусить на коко-баре. Он там при входе. Сэндвичи. С ветчиной и сыром. И еще коктейльчик я взяла. Мохито, так как я здесь еще не пила. Вроде рома налили щедро, но он особо не чувствуется. Вот, вкусненько. По 3 кука. Мы пришли поужинать в довольно-таки здесь популярное место. Популярно оно тем, что здесь шикарный вид на закат. Пока мы взяли только напитки. У меня кубата, она отличается от Куба Либра только тем, что здесь 7-летний ром. А Нина взяла Кончанчера. И говорит, что она лучше, чем то, что мы пробовали в... Интересно. Где мы были? В Ракова. В Ракова, вот. Потому что здесь еще лимончик. Да, лимончик. И она чашечка интереснее. Да. Чашечка тоже важна. По ценам здесь, в принципе, все адекватно. Сейчас еще на напитке happy hour. Мы не знаем до скольки, но пока что все по 2 кука. Нам пока принесли фитунту. Это перчик, помидорка, лук. Что еще? Ну, в общем, да, сказали, что не остро. Сейчас будем пробовать. Так, пробуем. Ну вообще, нет, это лучок, да. Вообще не остро, вкусненько. Моя ропа въеха. Я просила без риса, но мне принесли рис, ладно. И у Нины пойо-асадо. Пойо-асадо. Мы, кстати, прям очень вовремя пришли, потому что теперь куча-куча народу. Все пришли смотреть на закат. Bye.
шикарное место. Нам очень понравилась еда, напитки, вид, естественно. С соседнего заведения слышна живая музыка. Что большой плюс, что за нее не надо платить. Вот. Так что да, действительно рекомендую, что цены, в принципе, как везде. Да, ни ниже, ни выше, и очень-очень. Кстати, по поводу Wi-Fi, в основном здесь Wi-Fi по карточкам. Нам в Гаване карточку предлагали за 2 кука. Вот, я не знаю, сколько они стоят на улицах, мы не узнавали. Я приехала с симкой Теле2, вот, но в некоторых заведениях, по-моему, это уже второе, да, заведение, где Wi-Fi просто по паролю, как обычно, да, вот, но частенько требуется вот карточка, который может сидеть на Wi-Fi. Случайно иногда можно зайти без карточки, но в основном нужна эта карточка. А еще здесь же можно снять комнату, что тоже, наверное, неплохо. По ценам не знаю, мне кажется, дорого здесь.